Останови. Ну ты что, ты? Все, хватит. Мимо, меня Артур обижает. Я сейчас себе тоже лопату куплю, блин, а. Не надо покупать лопату. Сейчас Дима придет. А тут я даже не верил, что мы в этом году цвет мед будем воровать. Это так здорово, что мы собрались. Ну, блин, ты видишь, как я подсуетился. Да иди отсюда, бля! Уходи! Уходи с этого стрима нахуй, врать, блядь! Нет, у меня башка другим забита сейчас, не до того, чтобы еще отмазываться. Там важные новости, там, Скайрим, там, да? Конечно, а он мне тут начинает. Я, главное, пишу, типа, вот Артур просит, что мы его зовем на коммерческий стрим, а с ним никуда не идем. Обидно Артуру, давай поиграем. Мне не обидно, мне нормально. И Дангар такой, главное, пишет нам общий чат. О, я с Димой договорился. Это, вот ж, надо же таким наглым быть вранком. А не, я такой, ой, да, обидно, не приходят, ужас какой. Очень сильно вот обижался, да. Угу. Короче, нам сейчас нужно сбегать этот стрим, и я пойду в Скайрим. А что ты так Скайримом загорелся? Там же новая игра вышла оттуда, ты слышал? Называется да «Звёздная...» хуета, по-моему, да, как так называется? Да? Что-то серьёзно, там, я не играл. Что-то такое, по-моему. По-моему, на «С» называлось. Типа «Срань...» Нет, «Срань...» «Срань», точно, хуета, «Срань». О, смотрите, она новогодняя. Фонарик, вот она. А почему новогодняя-то? Вот, ну, Новый год скоро. Мы все вместе будем ходить или что? Да, в принципе, поначалу можно, хоть немного вспомним. Вот, у вас есть фонарики, поэтому да, я за вами буду ходить. Давай, ходи. Я уже с Каримом серьезно занялся, еще вот моды поставить. Все, ладно, забыли про Скайрим, нахуй, давайте играть. А Готику ты играешь лута, сейчас, здесь нет? Здесь все закрыто. Ты Готику вторую играешь? Сейчас Скайрим. А я прошел и вторую, и третью, и первую. Ты вообще заметил, да, что Дангар, ну, он не придет? Он нас закрыл. Он да, закрыл нас. Вот этот Дангар вечно нас закрывает. Куда же он подевался? Ебаный рот, я не в ту сторону. Вон, посмотри, куда Дангар, смотри, ушел, да? Вон, посмотри внизу там. О, куда он делся? Вон. Он вниз пошел. Ну да, пошел. А зачем вниз-то пошел? Ну я не знаю, я думаю, типа, о, смотри, вот вещи справа, видишь? Вещи надо выкидывать снаружи, потому что внутри их могут утащить кто-то. Я что-то заблудился, подожди, я ничего не понимаю, может здесь были? Так у тебя же фонарик. Блять, я вообще ничего не вижу. Че за дичь? Так у тебя фонарик. Я подарок взял и пошел. Так, Дима, посмотри на меня. Все, скажи, Скайрим потом, все. Собрались. Скайрим потом, все. Собрались. Давай. Кину пока подарок, давай. Скайрим, блядь. Открыть подарок как? О, с подарок надо открывать. А что это такое? Я взял, короче, бутылка какая-то, зелье. Попробуй выпить, может. Бля, это зелье невидимости, судя по всему. Оно пьется? Потому что в Скайриме точно такое же. Мы о чем договаривались? Нет Скайрима, все. Вот Дангар, вот представляешь, Дангар, он сейчас нас слышит. Вот он бы вместо того, чтобы сидеть сейчас на стриме хуйней страдать, мог бы мне уже моды скидывать, понимаешь? Мог бы уже спокойно. Не, ну прикинь, он на секунду отошел такой. Ой, такой, я смотрел, внизу лежит. Ой. Натаха написано laziest employee, то есть самый ленивый. Бесполезный работник. А что вы отвернулись, ё-моё, вы за мной прыгать должны были все. Я говорю, пошли. Дангар, ты скинул мне. Дангар, это не игра, это игра не лемминги называется. Дим, а ты зефир нашел себе? Зефир? Нет, какой зефир? Да, лук. Лук? Лук, зефир, да, там прикольный лук есть, я, короче, в этом ты его там внизу, ты его там внизу нашел, что ли? Я про Скайрим. Да какой Скайрим? Мы Скайрим уже забыли с потом. Да какой забыли? Что ты рассказываешь? Нет, Скайрим не существует. Все капсом нет Скайрима. В чат все капсом пишите нет Скайрима, чтобы я про него не помню. Он опять заказал себе фонарик, чтобы снова упасть с ним. Нет. А ты один заказал? А где фонарик? Ты один заказал? Все, вот он лежит. Да, все. А ты, Артур, заказал фонарик? Мне не нужен фонарик. Денег, говорит, нет. Предыдущий я, потерял, поэтому денег нет. Ну что-то страшное. Это пар. Наверх смотрите. А, это пар, да. Стимлик, подожди, у него маленькая видимость. Это нужно уходить оттуда. Видимость. Уходи. Видимость плохая. Да, уходим. Нормальная видимость.
Нет, вон там, вот сюда зайди, там пар, там ничего не видно. Вон туда. Да он туда, он туда же и ведет, если что. Тут нет ни хрена. Так я и говорю, там нет ничего. Бля, я не могу выйти теперь. А, во, нормально. У нас, в принципе, уже денег достаточно, чтобы сдаться. Все, что свыше, мы потратим на себя. Поэтому давайте найдем еще что-нибудь крутое. Давай. Так, а здесь больше некуда идти. Мне давай я пока то отнесу на корабль, а то вы умрете. Да нет, мы сами. Да, Ангар, стой, мы сами потом все отнесем. Бля. Ой, блядь, так. Ничего страшного. Ну куда? Ну ебаный свет. За мной девочка призрачная ходит. Так, мне пора валить. До свидания. Мне хана, потому что они сейчас не будут уходить, а она будет идти за мной. А им же даже не объяснишь, что за девочка. Они будут думать, что я ёбнулся. Ну, типа, девочка, какая девочка, что за бред. Только ты ее видишь, да, и она скоро придет ко мне даже в корабль. Ой, блядь. А здесь она меня не поймает, наверное, да? Она же меня тут не поймает. По крайней мере, надо пипегнуться на корабле, а если что, чтобы у меня башка там взорвалась, чтобы в случае чего мой труп... А, блядь. Чтобы мой труп был там. Они даже не поймут, понимаешь, подумают, я просто убежал. Ой, блядь, вон она стоит. Мне все, мне жопа, мне пипега. Мне нужно зарядить фонариком, потому что я ничего не вижу. Ребята, давайте быстрее свалим, пожалуйста, улетим. Почему? Меня преследует какая-то призрачная девочка, только я ее вижу. Открой дверь, нет никого. Сейчас я открою, меня убьет. Да не убьет. А нет никого, ты что врешь-то? А где Дангар? Он где-то был. Дангар, поехали на бой. Поехали, за Артуром призрачная девочка ходит. Какая-то девочка. Я не знаю, он что-то выдумал. Что-то выдумал и бежал. Я же говорил, они даже не поверят просто. Да я не верю. Артур, пойдем обратно. Да все, просто сбежал какая-то призрачная девочка. Какой обратно, вы че? Смотри, Артур убегает, который убежал. Я не знаю, что он убегает. Слушай, а ты че, блядь, поехали быстрее. Я слышу. Чего такое, так, Артур? От кого? Че ты? Артур, да ты че? Да поехали, нормально все, ничего нет, а? В смысле? Артур. Меня не кроет, меня не кроет, меня не кроет, я не умру здесь. Даже на карте никого нет, куда? Где она? Где эта... Ой, блядь. Открой дверь. У меня сейчас... моды установил какие-то, расскажи. Да, моды, конечно. У меня самый параноидальный работник. Вот помнишь, в Скайриме было темное братство, да, эти убийцы? Вот. Их тоже не было видно, но они были. Что за девочка, да ему кажется там. Я вам потом покажу. Да что ты по Ирине девочки, что ты выдумываешь? Ну да, опять забыл таблетки выпить, получается. Тапки скинули. Чего тапки скинуть? Да надо, может, ему скинули, он перепутал. А, он, наверное, типа выполняет челленджи зрителей. Все, он типа, давай, попробуй, говорит, их развести, поверь, они тебе не поверят. Я вообще такой стример, ты знаешь, я постоянно выполняю челленджи зрителей. Постоянно, каждый день. Да. Ну так понятно, сразу все стало. 15 тысяч рублей, короче, убеги от ребят, вот так вот. Да, кричи, что за тобой идет девочка. Мне, кстати, на каком-то чемпионате по бабжи 10 тысяч заплатили, чтобы я напарника кокнул. Ну я кокнул. Зачем? Ну я просто... Не, я с личной неприязни, если что. Артур как тот мальчик из сказки про волков, да. Там еще Киркоров был, да? Где? Киркоров. Я нашел кубик Рубика, окей. Что такое? Тут девочка бежит. Какая девочка? Что ты выдумываешь? Ебать, началось! Девочка, а? Девочка, по-моему, я запустил какую-то ерунду. Не ходи к нам, девочка. Дангар, если ты девочку увидел, иди на корабль. По крайней мере, твой труп будет на корабле, чтобы нам его не тащить. Да не увидел я никого, а? Ну теперь точно, если девочка... Дангар, ты там все посмотрел, здесь просто больше нечего посмотреть. Вы понимаете, что если мы теперь девочку увидим, то нам, ну как бы, хана, потому что никто друг другу не поверит. Да никакой девочки нет, а чего вы думаете? Нет никакой девочки, конечно. Нет никакой девочки, да. Никакой девочки нет, да. Какие девочки? Девочек не существует вообще, вы чё? Да, кругом одни мальчики. Где вы это выбрали? А чё, подожди, а чё, смысл эти, мы же ничего не нашли?
Почему? У нас 4 ключа и кубик Рубик. 4 ключа. Что мы с ним будем делать? Жопу сисовать, что ли? Так а мы все прошли. Мы налево с тобой зашли. Мы налево с тобой зашли. Там был тупик. Направо пошли и все обошли. Ну, кубик Рубика нашли. Просто себе денег мы не заработали там на рации и на прочее. Дангар, я думаю, уже в фургоне. Почему не заработали? Мы много заработаем. Дангар! Да, я здесь. Мы не сомневались. Вопрос в другом. Как ты тут оказался? Так быстро. Откройте дверь. Я же сказал, я фонарик заряжаю. Дверь откройте. Дверь с другой стороны. Ты спереди долбишься. Ну да, точно такое же изображение. Ну все, поехали сдаваться. Как-то у нас все мега успешно прошло. Да, монстров, потому что выпилили. Только одна маленькая девочка была на самом деле. Да не было никаких девочек, не обманывай. Да не было. А, улететь-то сначала надо. Да, была девочка, которую видел, кстати. Да не было, ну чё вы разводите, ну? Девочек не существует, чат, слышишь? Девочки — это как моды в Скайриме, их не существует. Я вот модами не увлекаюсь. А кто из вас вообще когда-либо видел девочку? Может быть, нам все это время врали? Ну, то есть... Наверное, скорее всего. Блин. Заставляет задуматься, друзья. Чем пройти? Да, все, вот нет. Я в Скайриме девочка играю. Ну, одно дело играть девочкой, а другое дело заявлять, что у тебя Натаха в пате. Ну, так вот видишь? Так, ладно, как я взял. Натаха, да? Ну, кто скажет, что это девочка, первый бросит мне камень. Все, сейчас тащим. В консоли прочитайте про девочек. Не. Зачем? 150... Так, еще надо принести ключи. 166. Ключи, да, ключи, оставьте ключи. Зачем продавать ключи? Да они не нужны, да они мешаться будут, а то нахуй это. Да. Подождите, дайте я... Вы оба забрали, да? Дайте один ключик, да, подержать. Хитри. Вот бы подержать один ключик. На. Ого, вот валяется. Настоящий ключик. Что-то осталось? А он что, уже забрал, что ли? Отойди, Артур! Да нормально все. Нормально, смотри. Вот, все хорошо. Все хорошо. Почему Диму сходу? Типа, какова вероятность? Ну, вроде все забрали, да? Я почему-то ни секунды не сомневался, что именно он отлетит. Просто вообще, этому человеку в лотерею надо играть. Найс, эс. Не, если бы тут была бы него новая полочка, я бы купил бы ее, конечно. Я сегодня, прикиньте, короче, с утра поел, пошел играть в Skyrim. Так. И потом через 2 часа вспомнил. Нет, Skyrim! Нет, Skyrim! Через 2 часа вспомнил, что у меня сегодня стрим расстроился, блядь. Внезапно, блядь, у меня же сегодня стрим еще, ебаный рот. Так, подарок, смотрите, подарок. Я бы Skyrim. А ты девочку лопатой бить будешь, Артур? Что? Девочку лопатой бить, что ли? Нет, ты что, я бы не посмел. Лопаты мне писали в чате, можно бить. Да, можно. Так, R4. Да, я девочку буду бить. Так. А где Дима? А, вот выход. Ты где? Здрасте, блядь. Прыгай сюда. Перепрыгай. Там внизу, кстати, что-то лежит, смотри. Не надо это брать. Не проверяй. Там что-то лежит внизу. Да просто... Аккуратно только, давай. Shift и прыжок. Давай, фонарик. Давай. Я не смогу допрыгнуть, подожди. Shift и прыжок. Shift и прыжок. Вот сюда. Не-не, тебе не... Давай, вот просто окей. Так прыгай. О, и просто прямо прыгай. О, отлично. Вот и все, девушка. Вот. Да, так, я сейчас приду, я лут отнесу. Давай. Ага. Блядь, что нам... Когда я с Тёмой, с Таней играл, с Дашей... Нас, блядь, начали ебать буквально. Мы начали ебать жопу, извините, буквально с первых секунд. Здесь вообще ничего не происходит. Как это работает? Я, короче... Куда уходишь, а ну вернулся. Ты чем сушишь? Я сказал, на корабль отнесу весь лут. Не говори этого. Я говорил, отнесу на корабль весь лут. Несет пиво девочкам. О, нет, у них лопата осталась. Они не знают, для чего она. Если денег будет не хватать, я немного денег добуду. Не говорите. Где моя лопата? А что это был за звук? Надо Артуру сказать. Артур. Что это был за звук? У тебя рация есть? Что-то рация есть? Нет. У меня нет рации. Так две их было. Я не брал. Почему? Две рации прилетело. Я не брал рацию, я даже не знал, что мне она нужна. Ну, типа.
хотя чего? Пойдем. Так, ладно, я пойду возьму рацию. Я сейчас пойду возьму рацию и буду вас по карте водить, куда вам нужно сходить за лутом. Давай. Хорошо. Как в прошлый раз. Хорошо. Так, а где у нас корабль-то? Вот так прямо. Да не важно. Дангар, у тебя есть фонарь и лопат. Да. Ты его забил? Посканировал. Да, я его убил. За что ты его убил? Он же был. У меня на нас напал. Он не был агрессивный. А смотрите, у меня половина хп, у меня хп красная. Так, блин, он просто игрался. Ты чё, убил его? Ты посмотри на его рот, он съесть готов был, у него вот клыки. Он хотел тебя поцеловать. Хотел облизать тебя. Ты чё, убил его? Положи лопату. Положи лопату. Психопат! Ты психопат, понимаешь? Так стоп, я рацию не включил, не сливость говорит. Зверюшку убил. И меня чуть не прибил. Дима не дошел, по-моему. Да он, скорее всего, рацию забыл включить даже. Дима! Прием! Нажми левую кнопку мыши, чтобы говорить в рацию. Мы тебя не слышим. Левую кнопку мыши, когда я ее включил. Да, то, что ты орешь, он не услышит, если она выключена. Артур! Ой, Дим! Подожди. На корабле как будто, блядь, что-то происходит, ты видишь? Давай, аккуратно, тихо. Продолжай звать его. Ты чё тут сидишь? Я собак прячу, с ними нельзя разговаривать. Дангар не придет, по-моему, с рацией вместе. Почему? Ну, его съели. Я рацию не нашел, ее не было. Дангар тебя звал. Так а я ее искал, я дом нашел, потом собаки вылезли, я сидел. Дангар, как так вышло? Рация, блин. Так, сейчас, секунду, подождите, я сейчас приду. Я вообще ничего не понял, мало себе скилл. Ну потому что... Мне должен был видеть, что я поймаюсь. Дангар, купи бумбокс. Где Дангар? Ну он бежал куда-то. Он же, блядь, опять купил что-то, небось, да? Да он бумбокс купил, там переписали. Зачем ты сказал Дангар, что он бумбокс купил? Я ему не говорил, я даже, блядь, не знал, что он его купил. Он же просто по факту деньги слез куда-то в никуда, спалывайтесь. Ну, это как с этими, ты знаешь, как с палочками ультрафиолетовыми. Лучше бы мы себе больше, вот так, я нашел что-то. Да мне кроме лопаты ничего не надо. Мы больше покупали и все. Дангар, где он? Я здесь. Ну, конечно, зачем деньги потратил? Артур сказал. Я? Ты что, охренел, что ли? Ясно, блядь. Артур сказал, купи бумбокс, я купил. Пусть пипегнутся там. Ты посмотри, какая гадость. Короче, пошел выполнять как бы план, пока люди там деньги сливают. Ты же сам сказал. Я сказал? Че я сказал? Я сказал купить? Ты что, с ума сошел? Я говорил? Я не помню. Не, ну технически как бы купил и купил. Берегите друг друга, чат, особенно зимой. Хорошо? И не покупайте бумбоксы. Говорил? Похуй. Ну ладно, говорил. Ну значит, нужная вещь так-то в хозяйстве. А что у них происходит? Они наверху, по-моему, нет? Ну, то есть, в смысле, они снаружи, нет? Или, блядь, они умерли только что? Нет, они зашли. А тут монстр. Они сразу выходят, смотри. Там какой-то монстр. Потерялся.
Артур. Че молчишь? Ну, тут ходил монстр, который реагирует на звук. Поехали. Как Дима умер. Дима, все, да? Он говорит, там безобидный жук, пойдем. Потом у меня пол хп нету, я убежал, Дима не убежал. Если что, я, ну, не хочу тебя беспокоить, но как бы вот ты сейчас ходил, под тобой огромный червь был. Он тебя не съел, ты на секунду с ним разминулся. Да. Ага. Я бы вернулся к вам, но я понял, что вы прекрасно справляетесь. Вот. Но я донес батарею, у нас есть деньги теперь, если что. Мы можем, ну, как бы... Она стоит порядка 80-100. Меня не жук да? поймал. Нет, там справа вылезла хуйня с лестницы, на которую нельзя смотреть. И вот эта хуйня меня схватила. А жук был безобидный, он просто спиздил монарх-фонарик, и все. О, Настя. Так, у нас денег уже очень много. Да. Артур, мы нашли, кстати, как бумбокс работает. Бумбокс спугивает чуваков, которые тебе на голову прыгают. Ага, спугивает. И никого не привлекает. Ну, чисто по логике. Ну, мы деньги спасли вот так вот. Нет, мы с ребятами. Да надо было потом сказать, когда ему на голову что-нибудь упало бы. Я просто вышел на улицу, и жук от меня отвалился. А я там Гару говорю, ты с бумбоксом, иди заходи первый. Так, у нас есть еще одна планета. Короче. Мы куда-то летим, нет? Да. Далеко просто летим. Купили бы планету, там лута был. Гар! Нам деньги нужно тратить не на бомбоксы, а на планеты открывать новые покупать. Какой Артур купил ты, значит, с тебя спрос. Нет, Артур же сказал, купи бомбокс, когда я себе покупаю. Тебе в окошко Роскомнадзорец, ты что, грустно? Зачем вы покупаете этот бомбокс? Нам нужно открывать новые планеты. Да. Потому что если мы не будем открывать новые планеты, мы так и будем на этой планете хуйней страдать. Да, давайте покупать бомбокс, а будем покупать планеты. Да, о чем мы? Чем дороже планета, тем больше лута на ней. Да. Куда мы идем? Нет. Не знаю, я за вами иду. Так, а у меня ничего нет, а мне ничего не купили даже. У меня даже фонарика нет. Ну зато есть бумбокс. Фонарика нет. Который Артур купил. Бумбокс надо всегда оставлять около выхода, чтобы слышать, где выход. Кстати, да, это логично. Это я придумал охуенную тактику. Пойдемте, у меня фонаря сейчас нет. Ни у кого нет фонаря сейчас. Опа! Нашел. Какая же нам хана. Я нашел какой-то хуйню. Если на Диму кто-то прыгает, бей его по голове. Это не идет, это типа, чтобы да. ему было приятнее в два раза. Так, надо найти дополнительный какой-то выход, потому что, ну, типа, там будут монстры. Там бумбокс. Блять, а если этот мудак утащит бумбокс в натуре, который жук? Мы услышим, куда, я думаю. Это хреново. Он утащил. Вы знаете, чат, что есть мод, который, типа, добавляет монстрам возможность изображать ваши голоса? Он называется Skinwalkers. То есть, буквально... Ты слышишь, допустим, Дангара, подходишь, а там не Дангар. Прикинь? Вот тогда бы, блядь, я обосрался просто. Я посмотрел на Ютубе просто этот мод, и это просто отвал жопы. Чё там, вы где? Мы тут, тут, тут. Я там лута донес. А чё вы возвращаетесь? Всё? Лут несём. А где Дангар? Он там остался с бумбоксом, сказал, я ничего не добыл, я должен идти. Дангар так сказал? Нет, но я так подумал, что он так сказал. Просто... Так, ну смотри, я что-то принес еще. О, он идет. Я принес формочку да. и два ключа. Там есть дверь закрытая, надо ее открыть. Дангар, ты ничего не принес, вот неси. Я бумбокс принес. Бери ключ и иди. Бумбокс никому пойдем не нужен. Со мной, я что, один-то буду. Пойдем. Но зато у тебя контент будет. Так у нас фонариков нет, мы можем проиграть. Оставь бумбокс и иди иди за ключом. Пойдем. Ты да, меня давай. Бил лопатой, бил. Давай, пойдем. Теперь вот за это ты должен ответить. А у тебя лопата я... где? Да, лопату херли ты стащу, давай лопату сюда. А с чего бы это моя лопата? Да мы это не твоя, это наша лопата. Это давай, моя лопата. Я пойду с ней. Давай. Блять! Пойдем все вместе. Пойдемте все вместе, пойдемте. Ладно. Если мы все вместе отлетим, то я не отдам, это моя лопата. Двое как минимум сбегут, пойдем. Я уже не пойду, все, у меня хп нет. Как это нет, у тебя есть хп? У меня тоже хп нет. У меня тоже хп нет. А что ты врешь? Ну, полетели отсюда нахуй. Можно было потянуть спичку. Ну ладно. Уже темнело просто, мы бы не успели. Да нам хватит. Да конечно, по-любому. Да не успели бы по-любому. Успели бы, а? Успели бы. Успели бы. Не, не успели бы. А может, не успели бы, конечно. Да не, не успели бы. Не успели бы. Ты зачем? Сказал ему, что я бумбокс просил тебя купить. Только не говори мне, что ты тоже меня не слышишь. Тогда я завьючусь, подожди. Ты зачем? Чтобы ты не слышал.
А, да, вы, значит, будете танцевать, а я продаваю все, да? Замечательно просто. Понятно. Этот писает, этот какает. Один я только должен ходить, и это. Хоть музыку включу. Мы с пацанами ходили за цветметом. Мы с пацанами добыли цветмет. Так ты тела продай. Не, это будет обидно, они потом со мной больше никуда не пойдут. На пакости? Я не такой человек. Я не пакощу людям. Никогда. Так, Артур, я тут, давай пойдем продавать. Да все уже почти. Да в смысле все? Ну вот, смотри, сейчас 189, я еще доложу сюда. И, да ты куда... Ты зачем ее положил? Куда ты ее положил? В смысле? Куда? Давай. У нас бы продавать. Сразу были деньги на следующую... Зачем ты продаешь? Так нам деньги нужны, чтобы покупать вещи нужные. Чтобы опять купить, блядь, стол какой-нибудь, да, со свечкой? Какой стол со свечкой? Это ты сказал бокс покупать? У нас уже 270, остановись. Ну вот, нормально. И все, 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 остановился. Останови. Ну ты что, ты... Все, мимо, хватит. Мимо, меня Артур обижает. Я сейчас себе тоже лопату куплю, блин, а. Не надо покупать лопату. Сейчас Дима придет. А тут... Дангар, это все ради высшего блага. Ты хотел купить лопату, я не хочу с тобой драться. Я тебя люблю. Поэтому я тебя продам с потрохами. Не злись на меня, ладно? Я знаю, ты злишься на меня, но ты хотел... Ты хотел плохого, поэтому я тебя продаю. Забирайте! Забирайте! Вот. И замечай. А че он не забрал? Чел. Чел, забери Дангара. Дангар, тебя не хотят. Тут что случилось? Такой случилось? Несчастный случай был, ты не представляешь. Дангар шел и подскользнулся, прикинь. Бывает. Вот. А и... В чате все смеются, не понимаю. Я, говорит, сейчас куплю лопату и, в общем, и, говорит, буду бить тебя. И, это короче, что, новая планета или что, или сдача? Мы пытаемся продать вещи. Но Дангар... А то ли... не продаете? Вот, не забирают Дангар. Вот сейчас, может быть, заберут. Бум-бум! Че вы все продаете? Да тихо, че вы не бережете до себя, студентики? А че он не забирает лут-то? Брат, заберите, пожалуйста, заберите лут, пожалуйста. Спасибо. А Дангара тоже заберите. Господи боже. Шериф говорит, шериф, вы не поверите. Студенты, говорит, приехали с русского надзорица на моей делянке. Это, говорит, такой несчастный случай. Полетели. Так, надо лопату достать на случай, если будут какие-то претензии. Напачкано. Артур, ты чё не все продал? Там уже деньги, да, на эту, на чё, планету. На планету надо было покупать, а? На какую планету? Ох, ты человек такой, а? На какую, да, на планету? На новую планету надо купить новую планету. Дангар купит опять грёбаный бумбокс, который... Да ты, кстати, зачем ты его покупать, продал? А? Зачем ты продал бумбокс? Дитя же снова захочет. Да потому что я заебал играть. Сколько покупать флешлайтов? Ну, три сколько? Давайте два, потому что денег купите будем копить. Новую планету. Да, сейчас планету, купим планету. Для начала купи у вас планету. Все равно не хватит. Планета, смотри, купи последний. Купи планету, Артур, купи планету. У нас денег. Артур, покажи планету людям, а? Планета стоит 550, у нас 168, потому что кто-то фонарики и бумбоксы покупает. Так надо было все продать. Ты что, форму не продал, лутку нет, не продал? Нет, я это оставил для того, чтобы у нас на следующую квоту... Лутку у нас вот продал, нужно... Чё? Смотрите, у нас уже есть, да, деньги на следующую квоту. Деньги. Мы в прошлый раз тютелька в тютельку вообще закончили. Давайте... У нас всего продали, 99. А вы что, ключи-то не продали? Ключи не продали. Потому что эти ключи нам понадобятся для того, чтобы открывать двери. Ключи стоят, да, по 3. Да не будет здесь никаких дверей. Зачем их выкидывать? Они стоят копейки. Их продавать надо. А почему они не засчитываются в стоимость? Потому что они стоят копейки. У нас уже 96. Они 10 здесь стоят, а? Они вообще а ничего не мы стоят. Мы не летим? Артур. Смотрите.
я, конечно, понимаю все, но на машине, допустим, ты садишься и едешь, оно некоторое время занимает. Вот и тут это занимает некоторое время. Поехали и приехали. Нет, вот мы приехали. Ты сел и сразу вы как те дети, которые такие, мы уже приехали. Мы уже приехали. А мы уже приехали. Ужас. А куда мы приехали? Не та планета. Это не та планета. А какая-то... Мы все время начинали с другой планеты. Ну мы с этой начали. Да новую, короче, надо сейчас дать все будет и купить новую планету в следующий заход, а? Какую планету? Новую. Блять, он заладил. Да здесь иначе будет, а тут планета прилетает. Почему здесь? Мне кажется, не стоит доверять Дангару. Так, ну технически я всех своих друзей уже продавал. Найс. Нет, нет, ты моды мне скинься. Моды на Скайрим, блять. Дангар, ты монстр, что ли? Что такое? Где? А, это окей, не вот. Сука какая-то пособленная. Бля, ты посмотри какой. Ты посмотри, какие злопамятные сволочи. Что, мотор надо взять? Его пошли. Это объявление войны. Артура несут нормально. Ты его не цепляй за эти как. Да, голову не бью, не бью. Ты ж ты квот эти ламят давать. Сейчас они подальше. Сразу все. Бери ящик. Подальше зайдут. Артура. А бля, Артура надо будет тащить. Ну ладно. Потом вернемся. Еще, да. Блять, please return by 3 a.m. Подожди. А он ни один не улетит, да? Блин, корабль слишком близко. Лучшая команда, да? Дима так хихикал, а он был в теме. Понятно. Давай. Пойдем, может, еще что-нибудь возьмем оттуда. Пойдем, еще что-нибудь возьмем. Быстренько пробежимся. У нас три, у нас осталось. У нас полчаса. Вы не успеете, куда вы? Куда вы идете? Вы не успеете, господи. Они даже не. Дим, в ту, в ту, в ту, в ту, в ту. Ну все. Ладно, я не пойду. Вот правильно, иначе мы все проебем. Я не полечу, потому что осталось. Да. Жесть, он в кровище весь. Вот, вот, а я про это и говорю. А он не успел. Да, всего хорошего. Он не успел. Вы ну чё, чё, блядь, творите? А как так вышло? Ты не успел, да? Да я говорил. Ой-ой-ой-ой-ой. Натаха, как это произошло? Вы фонарь потеряли, вы чё? Ой, ужас какой, ужас. Господи, как это произошло? Не, а реально зачем? Артур, зачем? Что зачем? Автопилот сработал. Автопилот сработал? Я ж тебе сказал, ты не успеешь донести, Артур. Надо было оставить так хотя бы все это тут, а? Опять фонарик просрали, а? Не просрали, а просрал, получается. У меня есть фонарик и лопата, я вообще под защитой, под жесткой. Ох уж этот автопилот, блин, вообще бесконтрольный какой-то ужас. Ты его запустил или что? Нет, я не запускал. Да и вкладывать туда неудобно считать. Да в смысле нормально же, ну удобно. Да неудобно считать. Я ничего не нажимал. Меня никто не бил лопатой и потом злобно не хихикал. Нет, ты что? Автопилот сам по себе работает. Автопилот сам по себе работает, слышишь? Да я же тебе сказал, в 3 часа корабль отправляется, а время было 2:30, пока ты пошел. Как-то он рано улетел. Первая планета нормальная, на второй шторм, на третий поток. А, это Артур! Да. Точно, я же включал тоже, чтобы можно было улететь, когда был мертвый. Ну да. А зачем, Артур, блин, мы протерили. А зачем ты меня лопатой бил, ты? Ты меня первую бил лопатой, это было... Ну я-то тебя за дело бил, да? Ты виноват. За какое дело, блин? Ты виноват. Тихо, спокойно. А ты сейчас не убьешь. Да ты сейчас просто, если кого-то убьешь, то потом ты один на следующую планету полетишь. Да мне не больно. Нет, это сейф-зона. Я знаю. Не больно. Поэтому я и говорю, что сейчас не будет. Мы реально сейчас просрали деньги с того, что... Блядь, ну пиздец, а? Сколько мы просрали денег? О, мы просрали... 60. За Артура? Да. Из ну, Артура? Ладно. Да, это вот когда ты меня бил лопатой и убил, да? А ты злобно хихикал. Так а ты его тоже да? убил. Да, ну, да. А ты вообще знаешь, почему я его убил? Почему? Потому что он решил купить лопату, чтобы убить меня. Или неправда, Дангар? Нет. Ты первый меня ударил. Вы видите, в итоге все из-за Дангара. Это просто какое-то слабое звено. Ты уволен. Получается, его надо убить лопатой? Да нет, не надо, он исправится, он лучший. Ладно. Все, не бей, все, спокойно. Все, не бью.
Чего он дерется лопатой? Это называется ломка по Скайриму. В Скайриме нельзя лопатой драться. С модами можно. Я модами не увлекаюсь, я не да, ставлю да, моды. Да, all in one, да, там типа без лопаты. All in one, да, там все вот чисто на графику. А где Дангар? А, бля, он опять что-то купил. Наверное. Мы никогда не накопим, да ладно, на планету. Пойдем. Никогда, он постоянно покупает что-то. Все, все, все я забит лутом, если что. Я тоже полностью забит. Тихо, спокойно. Прячьтесь. Ой, бежим, блядь. Ой, блядь, бежим. Ой, блядь. Что это было? Не знаю. Наверное, ничего. Но я загруженный полностью, прыгать не смогу. Так, я пошел на корабль. Я желаю им только добра. Фонарь забери! По-моему, что-то пошло не так там. Дангар и его фонарь. Блять, это было страшно. Бля, я, пожалуй, сбегаю. Но мы сейчас отлетим со всем лутом. Со всем... Ну, ребята не придут. Ладно. В принципе, всего хорошего... В принципе, уже 300. Минус, конечно же, за трупы. Что произошло? Я на секунду лут отнести ушел. А потом... Да, блядь, прямо на выход прибежал, убило меня. Дангар помер. Дангар умирает тоже. Он говорит, забери фонарик. Я, блядь, нагруженный фонариком, лопатой и кучей лута, зашел, сразу увидел, сразу пытался выйти, меня сразу убил. Из-за ебаного фонарика мы проебали, блядь, 400 рублей. Там до хрена лута, Артур. Там было две вот этих здоровенных штуки. Там было две, я с собой тащил одну. Сейчас мы найдем еще лучше, ребят. Зато один из нас остался в живых, и этот лут не пропал. Мы все молодцы. Молодцы! Да нет, блядь, Дангар, вот этот ебаный, блядь, фонарь, Дангар говорит, возьми фонарь, нахуй нужен фонарь был, блядь? Да фонарь деньги стоит! Да какие деньги, я проебал больше, чем стоит фонарь! Да все там больше стоит фонарь! Смотрите, летим на спокойную планету, на которой никто не будет ругаться. Новую, нас еще на новую надо. Да нет у нас денег на новую, сейчас вот мы накопим. Вот сейчас найдем денег, да, и новая вам планета будет, все продадим, вообще все. И лопату потеряли, блин, лопату потеряли. И лопату потеряли, да. Хорошо, что лопату потеряли, а то лопата делает нас какими-то кровожадными, Артур, в первую очередь. Да никого не делает кровожадными лопата. Понятно, поехали. Сейчас все купим, все будет хорошо, мы будем богаты, лопата полетим на лучшую была, планету. Все, виновата лопата. О, тут мы сейчас поживемся, нет? Чем тут поживешься, тут ничего нет. Дангар! Чего? Тут мимо где-то, я не вижу ничего. Дима не придет. А, он подорвался, что ли? Не, он упал. Блин. Не, у нас сейчас может не хватить. Если мы купим лопату, то каждое тело не стоит... Не будем покупать лопату. Лопата заканчивается, у нас плохо. Подожди. Послушай меня. Когда у нас есть раунде лопата, послушай меня, спокойно. В общем, лопата позволяет нам заработать по 15 рублей с человека. У нас 300 есть, нужно 340, по-моему. Сейчас Дима придет. Мы будем тянуть спички. Артур, мы не такие кровожадные, как ты. Мы не убиваем людей за деньги. Что-то рассказ глупый какой-то там. 336. Плюс 20 за ключи. 336 плюс 20 за ключи. И еще пару человек можно будет забить лопатой. А лопаты у нас нет. Подожди. Да. Оставайся здесь. Если кто-то начнет ходить, ты улетай, ладно? Вот, а я схожу, попробую еще чуть-чуть лута добыть. Дима там автопилот включил. Короче, мы сейчас улетим. Не, поехали. Он не включил вроде бы. Включил. Я не вижу надписи. Или он включил, зачем? Я видел. А ему денег не надо, видимо. Не надо ему денег. Понятно все. Не хватит нам на новую планету. Не хотите красивой жизни? Будет некрасивая жизнь. Да ты вообще виноват. Ты с этой лопатой начал все. Ты первый ударил ее лопатой. Ты первый купил лопату, чтобы ударить меня. Ты первый ударил. Это ты первый купил лопату.
Я ее не купил. Я подошел купить фонарики, а ты мне лопату. Ты подошел ударил. Лопату купить, чтобы сказал, я сейчас типа тебя ударю лопатой. Короче, нет, короче, ключи да? ничего не стоят. За смерть штраф тела стоит 5 рублей. Смотрите, у нас не хватит. Так, а если купить лопату? Не-не, нам хватит. Может хватить. Я не понимаю, как хватит, если не хватит. Но если не хватит, то не хватит. А если хватит, то хватит. Да хватит, а? Да может, не хватит. Да хватит уже. Не хватит. Не нажимай! Почему? Его не надо нажимать, он сам забирает. Не-не, он не забирает сам. Надо позвонить не просто спокойно. Не подходи! Спокой... Да, нормально все. Так. Ставь уточку, не бойся. Он не укусит. Дима уже шарахается. Так, 333. А нужно 368. Даже если я буду вас бить лопатой или вы меня. Может кого-то самого посадить туда? Ну, мы сейчас сядем под конец. Кто свет? Лампочку отдай. Ну, надо одного оставить в любом случае. Давайте так, больше еще нет. Так, вот еще 20. Угу. Сам никак не залазишь туда. Так, подожди, Артур, попробуй ты спрыгнуть, разбиться. Я пробовал уже, это не работает. Ты все равно будешь постепенно восстанавливаться. Ты будешь весь кровище, но это не поможет. Как же, не хочется, чтобы уволили, да? Да, мы можем лопату купить. Смысла нет, ну, купить лопату. Потому что с него 5, и с него 5. И чё? Ну, и будет у нас сколько? Не хватает, понимаете? А так бы я уже давно. Забирайте, пожалуйста. Молодец. Ну, и чё ещё? Что нам дали? Ноль, нахуй. А кто говорил, что ключи денег стоят? По-моему, кто это говорил в чате и нам советовал, тот, по-моему, лох. Короче, нет, все, конец. А тут есть какие-нибудь микрозаймы? А мы не успеем никуда слетать? Нет, мы не успеем. Нет, все через один день. Нас уволили. Так, смотри. Я кое-что хочу попробовать. Так. Но. Вот так вот заградим. И теперь, смотрите, давай. Нас никто не уволит. Так надо еще дверь закрыть. Вот, все, шах и мат, аметисты. И садитесь вот сюда вот. Так, подвинься. Подвинься. Все. Иди, Том, я вытолкнул. Не-не-не, спокойно, спокойно, все нормально. Мне кажется, не сработает. Блять, надо было сидеть. Вы уволены. Но план был хорош. Я, говорит, купил бумбу. А чего в кровище-то все? Ну вот не покупали бы, блять, лопаты с бумбоксами, все было нормально. Ну да. Надо покупать только фонари и рации. Ну смотрите, друзья, мы теперь знаем, что не надо верить Дангару. Ты виноват. Конечно, мне тебе нельзя верить. Да, это ты виноват. Вот, Арт. А, блять, в смысле? Вы что там наделали? Уже хп нет. Уже хп нет. Вот, да. Кто это, блять, сделал? Бежим, бежим спокойно, без паники. Бежим спокойно, без паники. Ты помнишь дорогу? Нет. Я тоже не помню. Спокойно, спокойно. Там есть... Блядь, не надо было ему заходить. Там, по-моему, чел, там тень, по-моему, была. По крайней мере, у нас уже есть деньги. Вы знаете, проведя в этой игре порядка 15 часов, вот такие вот первые мувы, они все-таки самые лучшие. Пока народ еще не разобрался, это самое смешное. По-моему, это я вам говорю как... Нет, блядь, сука! Да я пошутил! Ёба, народ! Каждый, сука, раз, когда я начинаю выебываться, каждый, понимаешь, блин, буквально да, каждый. Это даже не карма, понимаешь? Чат, это твоя вина, если что, чтоб ты знал. Я на тебя посмотрел, а не смотрел на дорогу. А где мой друг? Так, это сранча. Да, это сранча, да. А где Артур? Не знаю, я думал, он с тобой. Его либо убило, либо что, потому что он мою батарею спиздил и утащил ее к кораблю, и она валялась по кораблю. Либо его убило, а, либо вот что. Электрическая ерунда. Может быть, просто это я батарею занес обратно. Но там трупа не было. Но там еще был болт, а вот где болт, я хуй знает. Там что-то есть. Просто я, короче, купить, без фонарика вообще ничего не видно. Я нашел батарею,
вытащил их на улицу, там кто-то был. Потом я выхожу, ни болта, ни батареи не было. И я нашел батарею около корабля, а трупа не было никакого. Но мы сейчас по кругу ходим. Дело раскрыто, да. Налево, налево, Дим. Папе по кругу пошел или нет? Нет, нет, нам сейчас направо. Они по кругу ходят. Нет, направо, направо, мы опять по кругу будем. Ладно, пойдем налево. Так налево тупик. Под кораблем, вот он. А вот болт ошел. А, ну вот все. Да вон пчелы. Заберите улей. Улей спиздите. Да блин, запрыгни. Там улей можно спиздить, спиздить, спиздить. Не надо нахуй, нахуй, нахуй. Давай попробуем улей реально. 100 денег, денег, вот денег. Ты это, ну, готовься нажимать, когда я скажу, чтобы улетать сразу. Самое главное, это подать мне надо дверь, правильный дверь совет. Закрыть. А потом улетать. Не-не-не, сразу улетай, потом дверь закрывай. А мы изи просто прилететь. Дверь закрыть, закрыть, закрыть. Ну давай, сейчас они умрут. Сначала пчелы, а так на... У тебя сколько хп? Идея закинула, сидишь такой. У меня красное просто оно. У меня тоже красное. Давай тогда я беру, и ты закрывай дверь. Давай, давай, я пчел отгоняю, а ты берешь улей. Все. Давай, давай, давай. Давай, раз, два, три, побежал. Вот, где монеты? Да блять! Неплохо. Ну, цы, зато Дангар остался. Да это мало денег. Все нормально. Боже, какая героическая смерть. А Дангар остался. А нормально, нормально, нормально. Типа самоубийца совершил. Нормально. Одни и те же пчелы убили Натаху и меня. Как так можно? Это были неправильные пчелы. Так я вообще не понял. Я думал, Дангар то типа все с концами. Не-не-не-не-не-не. Блять! Довольно, ты посмотри на него. Чё там? Да он знак нашел, теперь пиздит всех ими. Знак нашел? Да. Да. Это, как говорится, дай нам знак. Это будет иметь последствия. Бери. Два знака подобрал. Бери. Я подобрал. Нам на ключи знаки сегодня везет, прям невероятно. Блять, хуйта! Давай пиздиться, Дангар! Давай, стой, стой! Вдвоем успей! Да бейте ее! Идите! Бегу, бегу, дай мне знак, бегу. У тебя же два знака! Давай втроем и пиздим. Все, погнали. О, сука. Куда он? Бля, я не знаю. Там что-то. Слева, слева, слева где-то. Слева, слева. Сзади что-то топает. Где-то что-то топает. Давайте друг друга только не бить. Давайте, давайте, давайте. Это будет давай. Знаковая бой. Где-то здесь, где-то здесь, здесь. Может он за дверью? Вот, 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 вот. На! Давай, 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 бей его! Блядь, меня она слепила. Аля, меня слепила. Бей его! Есть, 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 запиздили, запиздили. Нормально, 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 нормально. Меня запиздили. Блин. А сзади еще идет. Тихо, еще одна бежит. Так, фанк, беру знак, беру знак. Посканируйте его. Не бегай, я не могу бегать. Посканируйте его. А просканировать он говорит. О, бля, сзади, сзади. Что? Сзади. Тут SCP. А сзади враг идет, блядь. Это девочка. Еще один, беги, 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 еще один там. Я не могу его встретить, надо, Дангар. На, на. Дангар, давай, сначала ты на него смотришь, потом я. Сначала ты, потом я. Я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю. Все. Да, я смотрю, выход, смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, иди, 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 иди. Бля, хоть под конец что-то произошло. Нет, так, нет, ладно, ты смотри. А, здесь тупик, Дангар, здесь тупик. Бляха. Смотри на него, вот, смотри теперь на это него. Вам жопа. Смотрю, 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 смотрю. Так, тут нет прохода. Я им желаю добра только, конечно. Стой, 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 стой. Дим, вот сюда, вот ко мне. Смотришь? Да, смотрю на него. Бляха, муха. Так, все, давай я смотрю. Режим жопа, господи. Я не понимаю, Дим, куда. А вон 173. А, блядь, тут еще один. Еще один. Слушай, уже немного... Да. Да. Бля, Дангар. Что? Тут такой же. Так, блин, загоните их рядом, чтобы они стояли. Да, да, смотри. Я смотрю на другого, он вот прям рядом, аккуратно. Так, а тут сзади такой же стоит. А его нельзя никак разбить? Я не знаю.
У ребят сзади пожарный выход. Сзади пожарный выход, блядь. Я не буду подсказывать, пусть страдают. Ангар сзади. Ага. Дима, справа от тебя пожарный выход, 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 выход спереди. Справа, справа, справа. Я не мог не подсказать. Он не успеет, потому что ему нужно будет повернуться. Блин, да раньше-то не было подсказать. Ну я хотел, чтобы страдали. Теперь слева, 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 пусть. А зачем включили автопилот? Так никто не включал. От меня убило. А, убили, блин. Ну хоть что-то произошло под конец. Так а я не понял, а как? Я же на него всегда смотрел. Ну, видимо, не на двух. Блин, сколько всего нашли, а? Пиздец. А, там еще жижа была, там еще жижа. Это что, блядь, за анал-карнавал был такой? Смотрите. Вот сейчас будет пан или пропал. Вот давайте последнюю катку. Давай. Давайте. 130 рублей. Пан или профан. Да. Пан или Ван Дам. Пан или Уоллер. Пан или... Смотрите, сейчас будет остродневно, хайпово. Шуточка, смотрите. Как бы актуалочка. Пан или чушпан? Блять, опять, сука, все в тупиках. Блять, мне хана. Я вообще, блять. Аккуратно. Дангар, это ты? Сколько у тебя лута? Это мы, Артур. Артур, ты где? Я где-то рядом, я хз. Я в темноте где-то рядом. Вот-вот-вот, тут турель. Вот-вот-вот. Может, вы купите фонарики? Чего? Серьезно? Зачем? Ебанусь. Нахуй они нужны? И та на улице. Какая? А, это птички. Я думал, это монстры, они просто страшные были. И с вами передача «В мире животных». И сегодня ее ведет Дмитрий Куплинов. Хуй та на улице! Да-да-да. Туру-туру-ту-туру. А, это птички. Ну, бля, они на монстров были похожи, я че виноват? Ну да. Ну, реально внешний мир реально страшный. Это пиздец. 99 и подарок еще, подожди. И 70. О, 169. Можно нормально лететь спокойно. 169, хорош. Ну, 166. О, нормально. Вот это я понимаю, а ребята. А ключ-то засчитали, смотри, ключ засчитали за трёшечку. Да. Может, это хороший ключ был? А то был плохой ключ. А в чем разница? Может, потому что мы сразу сдали этот ключ, а те не сразу сдавали. Может быть, кстати. Чё, будем заканчивать? Да. Прекрасно посидели, да? По-моему, друзья. Кроме него, он меня лопатой бил и сказал, что я бумбокс сказал покупать. А ещё бумбокс сказал мне купить, а? Сиди, да я знаю, купи бумбокс. Дима, знаешь, как оно было? Тебе не купи бумбокс, то лопату убью. Так оно и было. Вот он лопату держал. Да я так понял, что да. Да ты виноват, замолчи. Ты виноват. Дангар, купи, ой, купи, блядь. Бумбокс, ладно, сейчас куплю, подожди. Скинь мне моды на Skyrim, а я вечером в него поиграю. Давай, давай. Всем спасибо, кто был, всем до свидания, всем хорошего конца воскресенья, завтра рабочая неделя, все дела. Всем до встречи, всем пока. Йоу, рэп, все дела. До свидания, друзья. Вам тоже до свидос. Пока.